привет всем! Вы на канале Недообзор, меня зовут Женя. Со мной связались ребята из GearBest и попросили сделать видеоролик о новогодних и рождественских акциях на их сайте. Ну, я думаю, ребят, вы не будете против такого видео, тем более, что тут на сайте действительно многие товары со скидками и есть возможная халява в виде лотерей. Я бы не взялся делать это видео, если бы это было не так. Ну и, ребят, не забывайте, что у меня в каждом видеоролике конкурс, все условия в описании. Поехали! GearBest приготовили вот много акций и распродаж на наступающие новорождественские праздники в декабре. Многие акции уже прошли, потому что я немножко опоздал с видео. Но с 11 числа запустилась новая акция. В общем, давайте посмотрим, что же это за праздничные акции. Ну вот, начнем с новой, которая будет длиться с 11 по 22 декабря. Это Christmas Gift Countdown. Здесь есть Flash Sale. Нажмем на нее. Здесь много продается всяких телефонов, камер, планшетов, аксессуаров и много-много другое. Многие товары уже раскуплены, как вы видите, 0-0-0-0. Поэтому поспешите, обязательно зайдите, друзья, если вы что-либо ищете и ждали этих акций, вы наверняка найдете для себя чего-нибудь интересненького. Но обязательно, ребят, проверьте цены перед покупкой. Ну теперь о офигенной лотерее, которая проходит с 11 по 22 декабря. Что тут нужно делать? Нужно выбрать 3 любых продукта с сайта GearBest и вставить сюда ссылочки. Я уже вставлял сюда ссылочки, поэтому я уже участвую в этой лотерейке. Вот здесь вот многие другие люди участвуют в этой лотерее. И, кстати, играть можно целых 3 раза, потому что будет целых 3 раунда. Ну вот, раунд 1, 2 и 3. 15 числа будет закончен первый раунд. Это уже, кстати, завтра. Давайте, ребят, участвуйте в конкурсах. Второй раунд закончится 18 числа. И третий 22 числа. Санта-Клаус GearBest выберет один из ваших товаров, который вы выбрали, и подарит его вам. Победители будут оповещены по имейлу, насколько я вижу. Вот такая крутая акция, друзья. Вы можете выбрать любой товар, как я и сказал. Любые 3 товара выбирайте, чем дороже. Я выбрал 3 дорогих товара. Из них Xiaomi Mi Mix, и уже забыл даже, что выбрал. И квадрокоптер. Там не квадрокоптер, а трикоптер Xiaomi-вский. Ну ладно, ребят, едем дальше. Далее это Christmas Buy One Get One Free Lumintop. Lumintop — это очень крутые фонарики. Я посмотрел несколько обзоров Lumintop'ов. Ну, действительно, очень крутые. Вы покупаете этот фонарик, вам дают free gift, бесплатные подарки. Так что тем, ребята, кто присматривался к хорошему фонарю, присмотритесь к Lumintop'у. Едем дальше. Игровая техника Moto Speed. Это, как вы видите, клавиатуры с подсветкой. Многие из них механические. Главное достоинство механики — это четкое тактильное ощущение нажатия. Ну и в момент нажатия раздается такой громкий щелчок, что приятно. Теперь механические клавиатуры вновь стали популярными. Они были уже не популярны из-за того, что их производство было дорогим. Но теперь производство немножко подешевело, и они вновь обретают популярность. Как вы видите, их осталось не так тут уж и много. У меня вот, пока я пишу видеоролик, когда я его выпущу, наверное, останется еще меньше. Так что, ребят, те, кто хочет что-то купить, покупайте. Прежде чем купить, конечно, сравните цены, посмотрите цены. И тогда уже хватайте, если цена хорошая. Едем дальше. Merry Techmas Sale. Это товары техника. Ребят, я люблю технику, вы меня знаете. Я очень люблю технику, поэтому я вам, собственно, все это и показываю. Что у нас здесь есть? Smartwatches, то есть часы смарт, умные часы, экшн-камеры, наушники и security и protection камеры наблюдения. Еще виртуальная реальность и видеоигры. Во, кстати, вот это MoQt, по-моему, неплохая цена, 12.24. Я когда-то смотрел, интересовался ею, она была больше $20. Но это еще надо, конечно же, уточнить. Что у нас дальше? Посмотрим. А дальше у нас гик-товары. Ребят, вы знаете, что я люблю всякие зарядочки. Вот Xiaomi Mi Band, кстати, по неплохой цене, $24. Я люблю всякие лампочки, ну, в общем, всякую-всякую дребедень гиковскую. Вот такая штука у меня есть. Кстати, я за нее платил, по-моему, около $18. Но теперь она, может быть, подешевела, уже 14 стоит. Я бы хотел еще себе купить вот такую E-Light Xiaomi светодиодную ленту. Кстати, цена очень даже хорошая, 34 бакса, осталось всего 258 штук, потому что на AliExpress я искал вот эту светодиодную ленту, она стоила около $44, ну то есть на 10 баксов дороже. Это как бы не так уж и мало. 1S тоже неплохая цена, 11.99. Ну, в общем, ребят, вы найдете здесь много чего интересного. Здесь товары гиком от практически $1 до 150, нет, даже больше, чем 150, наверняка, давайте посмотрим. Да, вот до $800, и, наверное, еще есть товары и подороже. Кто тоже любит гиковские штучки, загляните на эту вкладку. Кстати, все вкладки, все ссылочки на вот эти вкладки будут в описании под видео. А мы едем дальше. Time is the best gift. Время — это лучший подарок. Что, конечно, с чем, конечно же, тяжело не согласиться.
Это товары для дома, скорее всего, going outdoor. Товары, которые таки заставят вас пользоваться ими вместе. Ну вот, например, посмотреть на звезды. Да, $32 на звезды. Ну не знаю, может быть, и можно посмотреть с таким телескопом на звезды. Приготовить чего-нибудь. Decorating home. Декорации для дома. Установить. Поиграть вместе. Ну, в общем, ребят, ссылка на эту вкладку тоже будет в описании. Если кого-то что-то заинтересует, то посмотрите. Ну и последняя вкладка. Это вкладка, где вы можете бесплатно получить какие-либо товары. Вот можно распределить их high to low, то есть от самых дорогих до самых дешевых. Например, выбрать что-нибудь. Ой, не хочу никакую куртку. Слушай, зачем мне эти куртки? Где мои гиковские товары? Ну давайте вот часики, бурей какой-то. Get it free. Я хочу их получить бесплатно. Так, смотрим. Каковы правила? Вы делитесь ссылкой на эти часы в одной из своих социальных сетей. И если по этой ссылке кто-либо покупает эти часы, например, то у вас есть шанс выиграть то, чем вы поделились, собственно. Вот здесь есть правило. Если товар до $3, то один заказ требуется от вашего друга. Если от 10 до 20, то 3 заказа. Если от 20 до 50, то 5 заказов. Ну, собственно, если, чтобы получить вот эти часы, которые я выбрал, мне нужно будет, чтобы мои друзья заказали их 5 раз. Но если у вас много друзей в социальных сетях, и они любят заказывать всякие китайские штучки, то почему бы и нет. Ну что ж, друзья, вот такой вот у меня сегодня видеоролик. Your Merry Christmas. Много всяких купонов, скидок, промо-акций на сайте GearBest. И, ребята, тем, кто действительно хочет что-либо для себя купить, найдите нужный товар, проверьте цены и поспешите купить, потому что количество каждого товара ограничено. Все ссылки на акции, как я уже и говорил, будут в описании. И, кстати, здесь, по-моему, неплохая цена была на Xiaomi Mi робота. Я сравнивал ее с ценами AliExpress, там они слегка повыше, поэтому тем, кто хочет купить Xiaomi Mi робот, сегодня самое время. Но, конечно же, не верьте мне, проверьте сначала цены и только тогда покупайте. И, друзья, хочу поздравить вас с наступающими праздниками. Я надеюсь, что в следующем году ваши мечты будут сбываться. Если не все, то хотя бы половина, раз уж на то пошло. Ну а с вами был Женя, как всегда. Всем удачи, всем пока!